за автомобиль? Слушай, ну то-то я... А почему цвет другой? Почему ты уже радостный? Почему цвет другой? Не говорим, пока время, ребят. Я хоть посмотрю. Да не надо про что говорить. Понятно. Смотри, где... Что, цвет переклеил? Что случилось? Продал. За два дня продал. Купил новый. Вот. Одноклубник предложил. Турбача. Говорит, в хорошем состоянии. Давай. Это Панамера Турбо? Это Турбо. Вот. Была у кого-то там мысль, то, что там кишки от Turbo S стоят. Ну, так. Стоковые. Все, абсолютно стоковые. Стоковые, то есть он не зашит? Я думаю, что нет. Что скажешь хейтерам, которые говорят, что Панамеры не едут? Я думаю, что они сегодня немножечко удивятся. С кем хочешь проехать? Слушай, я бы со Шкоды проехался для начала. Она, говорю, стоковая. Вот, ничего не чищено. Есть Шкода 410 сил. Можно с ней 490. И 410, и 490. Если нормально. Проедусь. А позже, ну, это проект, короче, на 700 сил хочу сделать. Дальше будем. То есть смотреть. Потенциал 700 реально можно получить? Вполне. Ребята получают, выезжают, там 3,2 едут. Мотор коробку держит? Да, 1000 моментов. Нормально. Вот это интересно сегодня посмотреть. Окей. Слушай, ну что ты своим хейтерам в комментариях скажешь теперь? Слушай, ну я думаю, то, что они сейчас немножко удивятся. Ну, тачка полностью стоковая. Вот, потенциала у нее много. Будем работать на ней. На счет три, раз, два, три! Ох, ну что это? Что был? Что-то поздно отпустил сильно. Вы с одной доехали? А? Где ланч? С одной педали? Да нет, просто что-то поздно отпустили. Походили. Может, стояло долго? Да, долго стоял. Рискую порвать сейчас себе что-нибудь. Два ланча подряд. Так, готовы? Раз, два, три! Ну, как бы шансов не даю больше. Ну, у него что, халду, что ли? У него, да ну нет, там жопа вот так вот делает, потом выкат, а потом выстрел. Да, я видел, старта не было вообще. Ребят, а вот что за полный привод? Почему она так, ну, не стартует с ланча? Ход у нее хороший, ланча нет вообще. Что-то, короче, резина... сейчас походу с резиной какая-то проблема была, потому что она на месте прыгала. Мне кажется, ее надо 5. Погреть. Я ее уже вчера купил. Ну, не новую, но... Нет, дальше, не разворачивайся, да. Поехали дальше. Как сейчас с хода поедем? Давайте в обратную сторону, с одной педали. Давайте. Давай попробуем, да. Но у него старта нет. На драге-то у него 11,9, но в реальных условиях со мной, когда я прыгаю сразу... Не, просто там 4,8, и турбо. Что-то не так, значит. Понятно, вес. Либо он что-то неправильно включает. Но тот... Вот тут уже по меркам вот этих двух тачек, не по меркам там Тигуана, там 2 литра, тут трешка, да, шестицилиндровая. Но там V8, 4.8, две турбины. Тут тоже две турбины, но тут по факту-то наверху работает одна, а там всегда две. Тачка боевая. Панама Турбо, ёптать. Дальше только Турбо С. Ну, он сказал сделать из него Турбо С и 700 сил. Ну, может, она провафлили немножко, но ничего страшного. Слушай, да я, не то, что я еще не научился на ней ездить толком. Ты вовремя сейчас отпустил, но она какого-то хера запрыгала сильно. Вот все прям. Ну, она буксовала прям. Да. Раза три она буф, вот так было. Я ж думал, что что-то вообще пи***ц какой-то произошел. Слушай, а у нее время 100-200, 8-3, она разве не на стейдже? Это стук у нее такое время? Нет, это не стук. Так, ребят, готовы? С одной педали. Раз, два, три.
цепляется, пошла, да. То есть у него что-то с ланчем, он не отшит как будто. Полноценно себя пускает. Если сравнивать с той коричневой, которая у тебя была, тут совершенно другая динамика. Да, уходил корпусов на 5. X2 объезжал сильно, да? Да. А вы с ним... Корпусов на 5. Вы с ним ездили, да? Да. А тут видишь, по маслу. Неисправность давления масла. Ну, короче, масло сбалтывается в картере, и начинается вот эта проблема. Ты можешь туда более вязкое лить? 50-ку типа. 50-е я лил на прошлое, там такая же проблема была, 50-е залил, проблема ушла, это дилер сам сказал. Но что с ходом, может быть, попробуем, или смысла нет? Я думаю, особо нет. Давай с октавой какой-нибудь, да, поставьте меня сейчас. Ну там вот на 500 сейчас сил вот это стоит. Сейчас я продуюсь немножко. Не, 8.3 Panamera того поколения не едут. Новая Panamera Turbo S 600 сил, гибридная, едет 8-100-200. Я знаю. Самая новая. Это поколение едет 10 секунд. Или, может, раньше Porsche лучше тачки делали? Мало, это какой год? 10-11. 8.3, да? То есть сейчас M3 актуального поколения 8.3, а да? Это в 10-м году 8. Да? Так M3 помощнее этой даже. Да. Не, тут она надута. Она на стейдже, с нее... Она надута, но не настроена. Да, да, да. Тут то ли... Она, видишь, с места, с одной педали лучше едет, чем с двух. Но это не она лучше едет, это мы хуже едем. Или мы хуже. Оно едет, все так же едет. Да, да. Он свои 0.200. Просто, да, здесь старт, сделал. Я вот недавно заезжал на ножи с этой тачкой. Ты чувствуешь какое-то бессилие в старте. У всех машин он плавно, а здесь вот как ударно шибанет тачка, и ты сразу начинаешь делать ошибки на свои. Ну, я уже шины подготовил, но все равно с ним ехать очень плохо с места. Ты уж быстрый. Надо ехать сильно на заднем приводе, быстрее, прям сильно, ходом, чтобы успеть его взять. Ну вот, едет 8.3, 8.3, ходом еле добирает 230. Знаешь, что я тебе хочу сказать? Если он едет 8.3, то ему прямая дорога с GLC-63 на Stage 2 сейчас. Да. И сейчас он увидит, что произойдет, когда у машины одинаковая, ну, мощность конфиги. Да, ну-ка высаживай. Его просто там изнасилуют. У нее 100-200, говорит, стоки 8.3. Это чё? Как у нового поколения. Че, 30-ку нести? Мы же на Юге садили. А кто ехал с тобой на 30-ку? Ну, подожди, нет. BMW собиралась, серый седан тройка. Не воронишься. Вот это? Следующая неделя. Я 30-ку привез. В итоге-то? Да в итоге она отшита уже. Хорошо. 8.3 у нее 100-200. С места Диман до 230 улетает. У нее старта почему-то нет. Я не понимаю, почему. Вообще нет. Она когда трогается, мне кажется, у нее там что-то... Слушай, да это как у меня. Ей коробку не взяли. Наверное, да. Вот и все. Ей мотор накрутили. Тем более ПДК, коробка... ПДК нам не, да, понимает, что там вообще происходит. Просто у них хорошая программа. Ну что, Panamera приехала Octavia драть. На Octavia, короче, все, знаешь, происходит. Скидываешь адаптацию, и она хуй. Сейчас Octavia 2 литра турбо, Stage 3. Ну, с плюсом, потому что на гибриде 490 сил против Панамы турбо. Панамы турбо. Ну, я, короче, в машине все расскажу, сейчас не слышно. Она не начала с места, как обычно, она прям хорошо поехала, а потом начала бить. Возможно. Тут, походу, реально надо привода смотреть. Слушай, ну не хрустит ничего, не гремит. Не, ничего нету. Ну вот на старте какая-то херня происходит, да. Ну вот поэтому я и говорю, с одной педали ехать. Чё был? Так хер его знает, там я вроде ошибки потёр, а мне что-то не понравилось по первой лямбде. Я стер все. И все нормально? Ну да. Хотя они, ну, никаких ошибок не было. То есть все равно медленно, 3.9. Ну, да, вообще на полсекунды лучше поехал. Это плохо. Это плохо. Она должна ехать вообще стабильно, 3.4. Я ездил в Москве с буксом, мы еще буксовали, потому что холодно было. А сейчас мы что-то едем. Давай туда 60. Ребят, догоняйте 60, в левый ряд делай.
Готовы? Раз, два, три. Первый. Да. Ребят, на каждую Панамеру найдется Октавия на своем стейдже. На каждую машину, не просто на Панамеру, найдется Октавия на своем стейдже. Можно с этого мотора достать, ехать из шести. Это понятно, это уже будет очень жестоко, все накручено, очень жестоко. Ну, блядь, для машины, которая в себе вот все совмещает несовместимое. Это не RS3, в которой места нет. Который насос стоит, как здесь Stage 3, понимаете? Это все совсем по-другому. Здесь комфортная, прикольная тачка. Свойская, пацанская. Знаете, на RS3, на всех остальных тачках, топ на М-ках, ты, блядь, мажор. А на Октавии ты свой чувак с района, понимаете? Приехал, блядь. Ну что, поехали, а потом М-ки ночи не спят. Хоть они говорят, она комфортнее, но отъехала к Октаве. Поэтому, друзья, сейчас будет заезд. Не знаю как. Как хотите, ребят, заехать? Давайте с 80, мы сейчас 60, нехорошо поехали. У нас почему-то коробка в последний момент сама скинула передачу вверх, поэтому мы так старт проехали 60. Без проблем. Делаем 80. Сейчас, если с моста никого нет, стартуем. Опять скидывает, да, если долго стоишь? Да, 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 да. Последний момент. Парни, готовы? Давай, перемещай. Раз, сейчас, два, подожди, три. Подожди. Стоп. Что случилось? Да скорость не включилась опять. Сейчас, вот скинулась сейчас. Давайте. Раз. Сейчас. Давайте, сравняйся. Сравнить. Вот она скидывает. Давай, скидывай. Так, готовы? Да. Раз, да, да. Два, три. Панамера, блядь! Куда нахуй? Да что, блядь, пошло? Чуть не включил. Я хуй знаю, что он там включил. Еще порог отлетит, нахуй. Слушай, я, да? Да. Это что был? Чего там понавключали? Да я же говорил, в прошлый раз, перед тем, как, ну, уже три сказал, коробка сама скидывала на передачу наверх, и она не поехала, соответственно, из-за этого машины. А сейчас, как надо, с передачи поехали. Ну, отдать должное, коричневое не не ехал, это хоть хуй, даже на стейдже, он не знает, что на стейдже, но неплохо едет, потому что у тачки сегодня реально быстро, ребят, такие машины, говорю, ну, на трассе редко видишь. Еще раз, я думаю, можно вот это закрепить, так сказать. Да, хейтерам, ребят, вот вам ответочка. Вы вообще, на самом деле, меня стимулируете к лучшим машинам. Первый М56 не ехал, продал. Тормози. Тормозите. Миник тоже не ехал, тоже продал. Так, раз, два, три. Хорошо, сейчас поедем. Блять, он прям передачи накатывает нас. Стоп. Че он тормозит-то, ебать, на... у нас тормоза получше. Не с места? А с места она просто не едет, да, или что происходит? Да, у нее что-то какие-то проблемы на ланче начинаются. Я понял, не, ход охуенный. Ход похож на GLC. Да, прям хорошо. Ну тогда ну, какие, да, какие нахуй не 500 сил? То GLC 700 сил.
нервички, да? Хорошо, хорошо, блядь. Он неплохо поехал. Неплохо. Ну, аудио прям, кажется, третья и пошла. Вот прям на третьей передаче. Давайте еще так же 80 ходом бахнем. В ту же сторону, в принципе, сейчас можно ехать. Так, готовы? Раз, два, три. Мы с третьей так пульнули? Да, не поехали, пи***ц, это сзади на корпус. 80 мне не идет, сотку надо. Че, здесь коробка очень странно работает. 8 раз, наверное, нажимал вниз скинуть передачу, она вот только до последнего не скидывала, потом скинула. Вам 100 лучше, наверное, будет за***ть всем машинам. Да. Мы не дадут. Потому что у нас у машины, она почему не дает? Потому что это уже под 7000 оборотов на обеих тачках. Да. Мы едем в пределе. А сотка как раз третья, наверное, будет. Это третья прям раздутая. Да. Потому что мы едем под отсечку. У нас тоже она не дает включить нужную. Да, понял? Да. Вот мы ехали. Ну что за старт с 7000? Да, она сразу только она едет. Только в провал уйдет и еще все. Слушай, ну из всех машин здесь стоит это лучше всех. Да. Нажали одну кнопочку, бахнем вас. Ух ты, блин. Кнопочку нажать. А какую? Авторежим кондюка? Кнопку из спорта в М перевели вручной. Давайте, ребята, сделаем 100. Может, там 60 попробуем? Давайте 62 и все. А это 100. 507. Да она в низеру силу 600. Она едет реально, как я с которой заезжал в Белгород на Stage 2. А, хорошо. Едет. Потому что Диман на X3 заезжал с стоковой Turbo S. Не Turbo, а Turbo S. Угу. Один в один идут. А один. Этот улетает. Ну, я говорю, у нас главный этот маркер, это Диман. Он едет. Он все знает, да. Да, относительно его все понятно. Тихон приехал, расстроился из-за Димана. Готовы? Давай. Раз, два, три. Типа 550 новые едут хуже, чем 500, да? Не, они ровничком идут ходом, 100-200. Из-за объема, он где-то там хвост у нас стоит и получается его чуть догоняет. Это быстрая тачка. Я говорю, он едет как GLC, вот этот. А это, мне кажется, едет чуть побыстрее дальше. Ну, это сильный соперник, распятая на чипе, это, ну, очень даже и достойно. Ехать с ней в ноздря в ноздрю. Короче, она того стоила. Теперь осталось ее привести в нормальный вид. Вот, ну и уже смотреть по прошивке нормальной. Короче, да. В планах 700+. Будем стремиться. Ютубу привет. Ходим ровно. Ходим. До 250 нам. С места мы забрали. Третий поехали, а ходом ровно. Хорошо. Да у него смесь богатит, он дымит в трубы черный пи***ц Porsche. Если был бы новый, то все. Не, он стоковый вот так едет, новый самый. Да? Да, они едут 8+, вот как у него. А хотя у них встреча, я что-то смотрю, они там не особо. Да, да, да. В Тиге есть смысл с Панамой ехать? Нет. Не. Вообще? Быстрая, она даже, мне кажется, с места с одной педали доберет. Она с ланча не едет, а вот с одной педали едет за***. Потому что Тига заезжает. Она ее мотыляет после метров 20, Панаму вот так подбрасывает. Да? Да. 250 шили сейчас. 250 шили. Слушай, ну, блядь, ты хейтером вообще задал планку сейчас. С кем тебя запускать? Тебе можно с новой Панамы запускать. Да ну, объедет. Она. Да не объедет новая. Ну, в этой тачке 550 сил. Бля, с багой заехал. Ну, ты видел, 240, и она уже начала догонять. 200.
70, короче. Мне просто страшно, честно, стало. Ветер все же сдувает. Но это очень удивительно. Что у тебя там с лаунчем сейчас? А, короче, надо не зажимать до конца педаль тормоза, вот, и тогда он включается. И что-то пишет или автоматически? Пишет, да, пишет то, что лаунч-контроль. И больше нет этих вот прыжков, да, на старте? И она прыгает просто нереально в этот момент. Замерил что? Да. Ну, сейчас посмотрим. Раз, два, три! Ух, хорошо тронулся, блин! Он реально был, да. Но Mercedes едет просто лучше места. Да, 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 слушай, хорошо, да, был. Тебя занесло, ты почувствовал это? Да. Да ничего страшного. Научусь на ней ездить. Вот. На все время нужно, ну, все же второй день машины. Здесь нереально все изучить, как она едет, повадки ее. Это совершенно другая Панама. Это не то, что было до этого. Она совершенно по-другому себя ведет. И со старта, и, короче, уметь надо на ней ездить. Ну и плюс, все же ее надо технически сначала обслужить, иначе это может плохо закончиться. Да. Кстати, сейчас поехал намного лучше, чем в тот раз. Намного. Сейчас старт был крутой у нас. Непонятно почему. С RS5 мы последний раз не так ехали. Да. Сейчас классно был старт. Ну ты знаешь, опять же, машина, она тут не поймешь, что она может хорошо поехать, может плохо. Но бензин, качество, она через вот раз. Нужно этим заняться вопросом, Серег, да. Потому что, ты знаешь, вот, ездя на такой машине, обслуживание ее, если что-то космическое. Конечно, конечно, лучше налить хороший бензин. Да, да, конечно, детонации. Да. Я про метанол спросил, мне сказали, то, что как ставить, форсунки будут неисправны, будет лить воду, будет гидроудар мотора. Это еще хуже, да. Лучше вот в бак, налил литр, его. Это на 20, на 20 баков, на заезды, блядь, вообще, просто за глаза. Так, смотрите, можно сейчас мы в левый ряд делаем 60 в ту сторону до моста. Давайте вы в левый ряд, мы с этого едем. Раз, два, три. Ух, блядь, старт, народ. Ой, что-то ты просто старт проспал, конечно, жесть вообще. Поздно нажал. Все, отпускай, хватит. Прям прозевал старт. Ну давай сейчас прям прозевал. Посмотрим. С 80 может попробуем. Тебе 60 лучше. Да? Да. 80 у тебя уже конец второй. Она прям не переключает. С 60 лучше ехать. Просто ты видишь, сам прозевал старт. Ты смотри, она сейчас поехала в разы лучше. Я тебе говорю, он Audi на ходом прошел. Audi ходом прошел? Он. А мы, блядь, улетаем. Не, ну я же не буду здесь тормоза там развивать. Да. Надо их тереть. И машина пусть остынет. Готовы? Раз, два, три. Блядь, как она подхватывает. То, что СРС-ка реально ровно ехала, и РС-ка пошустрее его проехала. А там ХЗ. Слушай, ну, он прям вырывается вперед и едем ровничком. Да. Потом даже чуть-чуть вот догонять начал. Ну, там уже аэродинамика начинается. Ну, да. Ну, нет, Мерс просто сильный, в нем 700 сил. Что-то. Да. Не, хорошая машина. Вообще мне сегодняшний день понравился. Вот это гонки. Было, знаешь, как насилие. Старого Порше. Но он на самом деле был очень даже хороший в техническом плане. Там люди писали, что он мертвый, не просто Атма Порше. У него другие цели. Я ехал в штат движения. Да? Ваня, ты домой, все? А? Ну, давайте заедем, может, еще раз. Скоплюсь. С кем? С Мерсом? Да. Ну
давай. Еще просит с места. Давай, с места. Раз, два, три. Ох, ебать, у нас пошел. Активировано, но все равно надергалось. Но он сейчас был сработал, я видел. Старту, а что он делает? Полевее встаньте, ребят. А что, он ходом хочет? Тормозите с места, черт, мы заедем. Хода поедем, давай. Давай, с места. Раз, два, три. Все. Да нет, ну смысл ей с места дрочить ее.